В связи с Днем Победы и профессиональным праздником работников бакинского метро на станции 8 ноября была представлена выставка фотографий сотрудников бакинского метрополитена, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне. А на станциях Ичари-Шагар и 28 мая в исполнении военного оркестра прозвучали патриотические композиции. Также в этот день известный общественный деятель, писатель Бахрам Багирзаде раздавал детям, пассажирам бакинской подземки свои книги «Вооруженные силы Азербайджана», «Шуша» и «Карабах». Карабах – это Азербайджан. Помимо концертов были раздача книжек Бахрама Багирзаде. Он подписывал каждому ребенку, учитывая имя ребенка. В общем, подписывал и раздавал книги на станции 8 ноября, на станции Ичари-Шагар. Помимо этого были значки, шарики, праздничное настроение.